В минувшие выходные в концертном зале Дворца культуры состоялся 5-й слет церемониальных отрядов Амурского района, приуроченный к 70-й годовщине Победы. Учредителем слета является Управление образования администрации Амурского муниципального района. Отряды соревновались в двух группах – Высшая лига и Первая лига. Высшую лигу представляли отряды победителей 2014 года. Это отряд «Витязь» школы номер 3 города Амурска и отряд «Легион» школы села Вознесенская. Всего приняли участие 10 церемониальных отрядов школ города Амурска, поселка Известковый, Эльбан, Тейсин, Литовка, а также отряды-дебютанты сел Оми, Джуен и Ачан. Оценивал конкурсантов компетентное жюри. Это представители управления образования, воинской части, территориальной избирательной комиссии Амурского района, педагоги дополнительного образования Амурского политехнического техникума и центра «Юность». Отряды выступали с показательными упражнениями, где показывали свои навыки обращения с атрибутами торжественной церемонии. Примером стала номинация «Лучшая группа развертывания флага». По итогам смотра конкурса победителями стали в группе «Высшая лига» церемониальный отряд «Витязь» школы номер 3 города Амурска, в группе «Первая лига» победителем стал отряд спецназ школы номер 6 города Амурска. Потратили столько усилий, было и ругань, и все. Чуть ли не каждый день собирались, до вечера несколько часов проводили в школе. Старались очень сильно ребята, надеялись. Мы уже попали в высшую лигу, и в следующем году будем соревноваться уже с третьей школой. Соперники очень сильные. Ну, мы тоже не слабенькие, мы справимся. Слет стал настоящим праздником демонстрации возможностей педагогов в развитии церемониального движения Амурского района. Своим секретом успеха поделился руководитель-барабанщик церемониального отряда «Витязь» школы номер 3 Виктор Суханов. Хорошее мероприятие. Дети, участвующие, развиваются, смотрят, как другие выступают, сами чему-то учатся, чего-то другие у них учатся. То есть, как бы, это очень хорошее мероприятие. Я очень рад, что оно проходит ежегодно. Оснащение мы собираем по крупице. Где в городе что найдешь, себе возьмешь там в аренду. Покупаются, город деньги выделил, значит, немного. Школа выделяет деньги. Программа подбирается индивидуально для каждого человека. В основном, как они подбираются? Где-то что-то услышал, где-то что-то добавил свое. Где-то, если сложно, то убрал, наоборот, упростил. Потому что девчонки все-таки. То есть... Они сложного не могут сыграть, потому что это дети. Естественно, они все занимаются. Ну, полгода, несколько человек у меня, вот они выпускаются в этом году, 7 человек. И с ними мы уже 4 года. То, естественно, уже и уровень другой. То есть, как бы, по возможностям человека и подбирается ему партия. То есть, сложная или попроще. Ну и в итоге вот получается такое произведение. По итогам слета все отряды награждены дипломами главы Амурского района, а победителям достались денежные сертификаты. В целях поощрения педагогических работников, внесших значительный вклад в совершенствование системы патриотического воспитания подрастающего поколения Амурского района и в связи с 70-летием Победы, 15 педагогам были вручены благодарности и грамоты начальника управления образования администрации Амурского муниципального района.